короче, мы, значит, сейчас идем в Пиаскал, как обычно. Снимать ну, сейчас влог. Идем на закупку. Да. Андрей будет закупаться. Я, ты может, там? Чуть-чуть. И тогда уже смотрите, Пиаскал. Смотрите, пацаны, сойди с вами. Хала руки. Тогда с Пиаскал уже продолжим видос. Ну, короче, у нас сейчас перекус. И после перекуса мы будем раскатывать. С клипчиков продолжим. Сейчас покатались, пришли на поляну взрывать фейерверки с пацанами. Покажи фейерверки. Поэтому, ну, сейчас вы увидите видосы, как мы поразвлекались. Увидимся в автобусе. Ну, короче, этот раз подходит к концу. И хотел вам сказать то, что скоро выйдет видос о том, как мы собираем себе скейты. И у нас новое, ну, появится разнообразие в канале. То есть мы скоро начнем собирать про скейт, будем потихонечку на него переходить и так далее, и кататься сейчас на паркингах. Зимой, потому что все равно на самокате неудобно. Поэтому мы заканчиваем этот влог с Антоном. Сегодня хорошо раскатали. Всем пока. И, короче, всем привет. Это уже пятый поход на Астангу. Мы разбавляем самокатные будни и заснимем какой-нибудь четкий контент. Поэтому погнали. Ну, и, короче, теперь туннель. Сейчас мы вам продемонстрируем. Что-то типа очень много людей. Можно, наверное, человек 8 встретить. И еще в нем вроде как горят свечки. Вроде, когда мы смотрели, там с другого входа.
Поэтому сейчас мы там пройдем, исследуем пещеру. Вот и свечки, о которых мы говорили. У нас там четкое место, чтобы почистить, лето можно погрелить все в кассе. И на самом деле, наверное, такое мистическое место, просто бывает свечки или что-то типа такого. Раньше было более такое криповое место, сейчас не очень. Ну вот уже заканчивается первый туннель. Вот видите, что не такой большой. Здесь достаточно пару телефонных фонариков или просто обычных сильных фонариков. И, короче, это третий туннель. Сейчас мы вам продемонстрируем. А еще ты. Сейчас люди не понимают, что это такое, когда я отказываюсь от дубки. Я вам открою секрет, это не сила воли, я, так сказать, пересел на кое-что другое. Так что моя милиция может наш незваный гость больше не курит вообще в натуре. Лучше дайте мне чайник с горячей водой, или давайте я сам, просто покажите, где здесь. Включай фонарик. Теперь у меня в чемодане ничего запрещенного, только добрый запас чая. Когда я прилетаю в другие города, мне нужна только розетка, вода пока была всегда. Это ведь не наркота, он же не пьет, ну да, но чай бывает разным, есть опасный сорта. Вот тут такие штуки прикольные. Во-вторых, к счастью, что это нет звонка. Вот, вот так вот на стенах красиво все сделано. Я завариваю термос и беру с собой в машину и понемногу. Здесь у нас незваный гость. На втором месте у меня тигуань. Незваный гость. Я не понял. Мягко колбачит, его можно даже девочка, но лучше присутствие мальчика.
Андре, конечно же, будет вести вперед. Идти рядом со мной, чтобы нормально освещалось. Пакет. Даша, Готя в пакет погрузим, чтобы было это, тепло. Штанах. Да? Тут свечечки, как по стандарту. Мост. Свечечки, стандартные свечечки. Где мы посидим? На бутылке? Ого. Не, пусть Даша на ней посидит, и мы на нее сидим. Чтобы не пачкать. Да? Дре. Доктор. Тут испорченный граффити. У нас наши гости ведут себя некультурно. Да, не пришла и главное не пришла. Да. Извините за поведение. Андреа съедет превосходно. Чисто вперед. Они получат жестко наказание. Всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Распасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница, имею в виду. Это чай не пьяница. Респект всем нашим людям, кто чайком убивается жестоко. От Калининграда до Владивостока. Евгений Борисович, Митяй, Кози. С Кости Гутаганский. Тут такая штука вверху. Рассыпной прессованный, пуэрчик как умпау, ты гэшки, свини посуды, есть. Много или по дэшечке, по чашечкам, стаканчикам, ел, ел. Ну и после отдыха мы пойдем, получается, в пещеру. Короче, мы показали вам все туннели, все прошли, прошли даже пещеру, которую в прошлый раз на там не залезли. Поэтому, в принципе, сюда и пришли переснимать. Поэтому, всем пока, это был Влог Прастон, и ждите новых видео.